Голубые красавцы из Москвы греются под сибирским солнцем. На табло номера несуществующих у нас маршрутов. Трамваи не перенастраивали и в целом пока не трогали. После передачи в собственность «Горэлектротранс» на проекту сведения, тогда уже будем проводить и техническое обслуживание вагонов и подготавливать документы на разрешающие документы на выпуск их на линию. По соседству привычные «Татра Т-3». Москвичи – более продвинутые «Татра Т-3 СУ». Места здесь значительно больше. В московском салоне нет двойных сидений, и в час пик этот трамвай перевезет 145 пассажиров, а стандартный барнаульский – 110. Удобнее ли стоя, узнаем на практике. Но что точно оценят пассажиры зимой, так это тепловую систему вагона. Разницу почувствуют. Если база модели через сиденье установлены в колбах, а в данной модели, значит, под каждым сиденьем оборудован короб металлический, изолирован. Да, вот находится под каждым сиденьем, что дает дополнительное тепло каждому пассажиру. А напротив дверей отбивать холодный воздух будут тепловые пушки. Такой вот московский комфорт. В конце сентября в Барнаул пришли первые собянинские вагоны. Пока они стоят в «Горэлектротрансе», ждут остальных. Год выпуска 85-й, но год модернизации 2009-й, когда проходит практически полное обновление корпуса и электрики. Специалист уверен, что вагоны прослужат немало. Предусмотрена камера, которая просматривает все двери. В данной модели их три. Пиковые часы водитель может контролировать посадку-высадку пассажиров. Пассажиров не должно зажимать в дверях, и падать они тоже не должны. Эти вагоны плавно тормозят и мягко начинают движение. За счет еще одной колесной пары буксировать трамвай на ремонт не нужно. Он сам себя отвезет. Приблизительно от 5 до 7 дней прибудут еще два вагона, то есть 5 и 6. Все вагоны ожидается получить в конце октября, первых числах ноября. Отгрузка до Барнаула обойдется краевому бюджету в 3 с лишним миллиона рублей, в то время как покупка нового вагона стоила бы минимум 40. Всего московский подарок, а именно так здесь называют собянинские вагоны, состоит из 10 трамваев, 5 из которых отдадут Бийску. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, «День с толком».